Государство. Сегодня стало известно, что была ранена одна россиянка, другая пропала без вести. События пятницы стали самыми кровавыми терактом за всю историю североафриканского государства. Последствия для экономики, где половина ВВП, это доходы от туризма, скорее всего, будут катастрофическими. Наталья Дубровская с обзором последних суток. Самый большой аэропорт Туниса, Энфида, еще, наверное, никогда не был так переполнен. Тысячи иностранных туристов в панике покидают страну. Те же, кто только собирался на отдых, решили не ехать в опасный регион. Отменены 13 рейсов из Лондона, Манчестера, Амстердама, Брюсселя и Петербурга. Мы очень испугались, потому что Сус совсем рядом с тем местом, где мы отдыхали. Всего лишь 40-50 километров. Как только мы узнали о теракте, мы решили уехать, ведь безопасность превыше всего. Террористы могли прийти на любой пляж, поэтому мы счастливы, что уезжаем. Это фотография человека, который расстрелял безоружных отдыхающих. 23-летний Сейфуддин Ризгуи изучал авиацию. Студент не числился в списке джихадистов и не считался опасным. Ризгуи открыл огонь из автомата Калашникова на пляже у отеля. К отелю он подплыл в лодке, спрятав оружие в пляжном зонте. Преступника застрелили полицейские. На теле боевика было найдено взрывное устройство. Водолазам удалось найти в море телефон террориста, который, по словам одного из очевидцев, он выбросил перед тем, как начать стрельбу. Он ворвался на пляж и стал стрелять во все стороны. Затем он побежал к бассейну и открыл огонь там. Затем стрельба продолжилась в лобби-баре. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». Застреленного студента боевики назвали солдатом халифата, а преступление на пляже – убийством неверных. Мы неоднократно говорили, что Тунис воюет против терроризма. В этой войне находится не только армия и полиция. Сегодня нам напомнили, что весь народ Туниса участвует в этой войне. Ризгуи действовал не один. Сообщник задержан полицией. Нападение на 2 5-звездных отеля было совершено накануне. Погибли 40 и пострадали еще несколько десятков человек. Врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых, но большинство до сих пор в тяжелом состоянии. Сейчас в больницах около полусотни пострадавших. Мы побежали прочь, покинули пляж и спрятались в прачечной. Там было почти 20 человек. Мы слышали выстрелы еще некоторое время. Нас вывели почти сразу, как прибыла полиция. Девушки ухаживали за мной, так как я получил пулю. Они наложили повязку на рану и положили меня на матрас. Затем я был прооперирован. Среди пострадавших есть россиянка. 30-летняя москвичка Екатерина Хоменко была ранена в плечо. В настоящее время она находится в клинике Лес Оливье в городе Сус. Ее состояние оценивается врачами больницы как стабильно удовлетворительное. Место нахождения ее матери, Хоменко Татьяны Владимировны, 61 года рождения, на данный момент устанавливается. За последние сутки от рук террористов по всему миру пострадали несколько сотен человек. Больше 100 убитых. Помимо Туниса, теракты произошли во Франции, Кувейте, Сомали и Сирии. Сейчас западные спецслужбы пытаются выяснить, связаны ли эти атаки. Я гарантирую, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь тем, кто пострадал, и чтобы впредь защитить людей от террористов. Мы молимся вместе с близкими тех, кто был убит или ранен в результате нападения. Теракт в Сусе стал самым кровавым за всю историю Туниса. Власти предпринимают экстренные меры, чтобы обезопасить иностранцев и спасти туристический сектор экономики. В ближайшее время планируют закрыть 80 неподконтрольных государству мечетей, а заодно ввести особый режим на территории вблизи границы с Алжиром, где базируются террористы. Наталья Дубровская, Камила Тухтаров, Татьяна Бугайчук, Оксана Воронина. Пятый канал. Новость последнего часа. Министры финансов еврозоны решили не продлевать программу поддержки Греции после 30 июня. Причина – заявление греческого премьер-министра. Только еврочиновники приободрились, как Алексис Ципрас преподнес очередной сюрприз. Он заявил, что вопрос о жесткой экономии должен решать не он, а его народ. То есть вопрос об урезании социалки, зарплат, рабочих мест вынесут на референдум. Ну, боюсь, результат такого плебисцита можно заранее предсказать. Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле заявил, что идея референдума вообще и исключает дальнейшие переговоры с Афинами. Виталий Чищухин об изящном уходе от выплат. Греческий премьер оказался тем еще хитрецом. Изрядно потрепав за неделю тройки кредиторов и Евросоюзу все нервы, он вильнул перед ними своим лисьим хвостом и сегодня, как всем казалось, в решающий день переговоров. Ципрас объявил о проведении в своей стране референдума. Не политики, а народ Греции должен определить, хочет ли он дальше жить с затянутыми поясами. После 5 месяцев сложнейших переговоров на днях наши партнеры по Еврогруппе
Европе вынесли предложение, которое противоречит основополагающим принципам и ценностям Европы. Это станет невыносимым бременем для греческого народа и подорвет восстановление нашей экономики. Этим своим неожиданным решением Ципрос, возможно, вновь пытается выиграть время. Греческий Минфин уже призвал Еврогруппу на несколько недель продлить программу помощи в связи с подготовкой к референдуму. Но Европа и ее финансовые институты больше не хотят идти на поводу у должников. Для меня было очень плохим сюрпризом узнать о решении греческого правительства. Оно, по сути дела, отвергло последнее предложение трех европейских и международных институтов и на этой негативной основе предложило парламенту провести референдум. Это достойное сожаление решение для Греции, потому что оно закрывает двери для дальнейших переговоров. План Б становится планом А, и нам предстоит его сегодня обсудить. Решение властей Греции закрывает переговоры. Обсуждать, по сути, больше нечего, кроме вопроса, как действовать в ближайшие дни в этой новой ситуации. Как убежденный сторонник Евросоюза, я глубоко опечален. Под планом Б в Брюсселе понимают крайнюю меру – дефолт, от которого Грецию пытались спасти всеми силами и непопулярными мерами, такими как сокращение пенсии, урезание зарплат бюджетников, приватизация объектов госсобственности и повышение налогов. На все это Ципрос из-за своих левых взглядов, конечно, не мог пойти. Греческий референдум предварительно намечен на 5 июля. Окончательное решение за национальным парламентом, который экстренно собрался и продолжает свою работу в эти минуты. Те же, на кого сегодня перекладывают эту громадную ответственность, простые избиратели, пока, кажется, не до конца осознают, что их ждет. Я считаю, что ни один грек не против нахождения в Евросоюзе, но то, как с нами обращались партнеры последние 5 месяцев, ЕС не единственный вариант. Пока даже не знаю, что ждет Грецию. Столько неопределенного. Кредиторы говорят одно, правительство другое. А с какими реалиями мы столкнемся на самом деле уже завтра? Финансовая паника в Греции теперь может только усилиться, а общество окончательно расколоться. Оппозиционные силы уже предлагают вынести вотум недоверия правительству Алексиса Ципроса. И есть вероятность того, что это решение будут принимать на площадях, куда за последние дни стягивались тысячи греков, выступающих за сохранение страны в еврозоне. Но пока все идет к выходу из нее. Виталий Чищухин, Андрей Стербах и Дмитрий Емельянов, Европейское бюро 5 канала из Брюсселя. Жители Австрии начали сбор подписей в поддержку референдума о выходе из ЕС. Авторы инициативы из движения «Родина и окружающая среда». Они уверены, если Вена выйдет из-под власти Брюсселя, экономическое положение граждан заметно улучшится и приводят цифры в среднем на 10 тысяч евро в год каждой семье. Также активисты требуют снять санкции в отношении России. Если к 1 июля им удастся собрать 100 тысяч подписей, парламент будет обязан рассмотреть этот вопрос. По данным последних исследований, за выход из ЕС уже более трети австрийцев. Напомним, недавно премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что консерваторы собираются до конца 2017 года провести референдум по вопросу дальнейшего членства страны в ЕС. Великобритания, хотя и состоит в объединении, но не входит в Шенгенское соглашение и зону евро. Нынешний глава правительства не раз заявлял, что влияние Брюсселя на Лондон чрезмерное, и страна не должна зависеть от еврочиновников. Однако он часто меняет свое мнение. Эту столицу накрыло грозой. За несколько часов на улице выпала почти четверть месячной нормы осадков. Наблюдается подтопление ряда улиц Москвы. Объявлен оранжевый, предпоследний по шкале уровень опасности. Синоптики прогнозируют для центральной части России сильные грозы и порывистый ветер. С юга движется циклон, затопивший Сочи. А наиболее интенсивными дожди будут на востоке столичного региона. Ну а сам Сочи постепенно отходит от наводнения. Уже утверждены суммы выплат пострадавшим. Они начнутся в понедельник. Спасатели постоянно дежурят на улицах, оказывая помощь тем, кто остался в подтопленных зданиях. Тем временем прогнозы синоптиков внушают новые опасения. Александр Сиротин подробнее. Поселок Мирный Адлерского района до сих пор остается самой проблемной точкой для ликвидаторов последствий наводнения в Сочи. Правда, сейчас уже с уверенностью можно сказать, что единственной. На данный момент все экстренные и коммунальные службы работают здесь. Единовременно воду из частично затопленного поселка откачивают около десятка специализированных машин МЧС. Параллельно идет работа с теми, чьи дома вода уже покинула. Группы специалистов обходят дома и оценивают ущерб. Каждый пострадавший от наводнения получит материальную компенсацию до 200 тысяч рублей в зависимости от размера потерь, включая и тех, кто приехал на отдых. Выплаты начнутся уже в понедельник.
Узкое место на данный момент – это частный сектор и небольшие частные гостиницы. Мы приняли решение, необходимое решение, сейчас шаг за шагом, расчищая основные магистрали, будем приходить в эти маленькие небольшие гостиницы и принимать решение по оказанию помощи человеку каждому, кто сюда приехал отдыхать. Заявление на получение компенсации можно составить в трех штабах, которые работают в Адлерской, Хостинской и Дагомысской администрации. Сейчас в затопленных домах остались только те, кто не согласился на эвакуацию. Сотрудники МЧС помогают им передвигаться по затопленным улицам. Чиновники отчитываются перед исполняющим обязанности губернатора края Вениамином Кондратьевым. Он приехал проконтролировать ход работы, встретился с жителями затопленных домов. Сегодня мы их услышали, я их лично услышал. Проблему я еще раз подчеркну, обозначил на уровне представителя правительства. Принципиально его поддержка получена. Я думаю, что будет поддержка и президента России, Владимира Владимировича, если на это потребуется, потому что он держит ситуацию на своем личном контроле. В авральном режиме сейчас работают и сочинские автомастерские. Водители, чьи машины пострадали от воды, начали массово обращаться в сервисы. Синоптики, между тем, делают неблагоприятные прогнозы. Сейчас в Сочи объявлено штормовое предупреждение. По мнению специалистов, дождь и сильный ветер сохранятся и завтра. И это несмотря на то, что на данный момент в Сочи очень тепло и ясно. Александр Сиротин, Антон Красов и Андрей Жильников. Пятый канал. Сочи.